Похоже, это последнее видео на нашем канале. Приятно было с вами иметь дело. Оператор. Пойдем сниматься. Пойдем. Ни хрена тут. Эй, ребята, да тут, блин. Да вы чё? Это что, все такие верующие? А вон, смотри. Там, наверное, служба идет еще. Да брось ты его на землю. Так что рано мы даже приехали. А? Мы приехали на Малые. Но я что-то думал, уже служба там кончилась. Будем теперь ждать, когда весь этот процесс завершится, а потом увидим, что будет дальше. Похоже, это последнее видео на нашем канале. Как-то так. Серж, спроси куда. Да иди, мне что, жалко, что. Короче, смотри. Слышно, меня видно? Ну, лампа освещает только. Пока я там лезу, достанешь банку адреналина. Сразу открыть? Он ноубоя хочет. Да. Он сейчас будет ноубой отогреваться. Сразу банку адреналина, чашечка чая, полотенце, да? Давай, надо близко, максимально близко. Ты чё, я тебе помог. Чтоб каждая эмоция на лице была видна. Да какая нафиг эмоция. Фу, блин. Ну ладно, ребята, покрутись. Так, ну чё. Приятно было с вами иметь дело. Оператор. Пойдем сниматься. Пойдем. Давай. 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 Идет. Давай, давай. Залез. Короче, ничего. Есть что нырять со мной. Отличная фраза. Три раза на, Серег. Нет. Три раза не выдержишь. Один раз. Тапки принеси мне. Ну что? Как чувствуешь? Полотенце доставай. Подержи. Выключай. Нет, это заснять. Горячий финский парень. Да подожди, не надо. Ребята, можно трэш. Ноги, правда, дрожат. Врать не буду. Ништяк. Да? Вообще красота. Пожалуй, так как у меня халат нет. Страшно, блядь, значит. Че? Да он на термос стоит. И кружки внутри. Кружки я сейчас достану. Да ты в машине можешь попить походу. Подожди, какую машину. Блин, мы прям тут сейчас будем. Давай, пить. Это выключай пока. Ну что? Сними на секунду. Надо снять, что девушки тоже ныряют. Нет, ты все, не меня переворачивай. Ну, у нас на ширике или на чем? На ширике. Ну, в общем, идет по телу прям вот такой огонь. Жара. Только ноги мерзнут. Ну, конечно. Так ты. Как халата у меня нет, пришлось одеть бурзом, как обычно.
смотри, даже девушка парит. Круто, да? Угу. Первый раз. О, смотри, привет. Это что, дочка твоя? Да. Ха-ха, круто. Знакомые. Ну, не удивительно. У меня сейчас правая рука смерзнет. Да? Ну, что, нормально. Я ожидал, конечно, что я замерзну вообще капитально. А ты говоришь, ныряй. Да ты взрослый состав. Ты что, знаешь, даже сейчас это... Может, конечно, трусы замерзли уже, но такое ощущение, что они даже горячие. Серега, подожди. Замерз? Я обещал девчонкам на работе, что я искупаюсь. Я искупался. Есть видео доказательства. Ну как искупался? Раз нырнул. Ну и что? Ну это уже считается. Ты иди нырни сначала, потом мы сейчас обсудим это дело. Не, ну просто знаешь что? Если бы сразу... Мне интересна теория. Вот ты сказал, что здесь замерз, там вода такая более-менее теплая. Правда так или не так? Смотри, мы долго стояли, пока тут это... Товарищи ритуалы проводили, да? Блин, у меня полотенце слетает. И, короче, это получается как? Не снимаем без трусов. Да ладно, я в трусах. Врет. У меня балахон длинный, как у Билли Айлиш. И это, и короче, смотри, фишка какая получается. Мы пока стояли, у меня ноги начали подмерзать. Я туда захожу, а у меня ноги все равно холодные. Понятно. Вот. И я уже когда досюда, вот, слышишь, отошел, я вам из-за чего говорю, если что, ныряйте за мной, потому что у меня вот так ноги там, да? Из воды. Я тоже на этого, на товарища посмотрел, да, он туда, раз, два, три, а у меня уже на три раза не хватило. Отчаянный чувак был. Смотри, теперь сама. У меня уже руки смерзают снимать. Ну все, убирай. Вообще, вот первый раз в жизни это делаю, чисто ради интереса. В общем, речь я, как всегда, не готовил, поэтому сказать-то мне особо и нечего. А это, чтобы это, чтобы разогнать. Прикольно он сделан, да? Ну что, пойдем? Пойдем. Это было... Я не знаю, как это назвать. Миша правильно сказал, было жестко. С непривычки. У меня единственное, вот сейчас только чего чуть-чуть замерзло, это кончики пальцев на ногах. А другой кончик потому... не замерз? Нет. Ладно. Ты, кстати, тапки мои забрал? Да. Серега. Потому что я в тапках стоял, вся вода по мне стекала вниз. Адреналин раш кровь разгоняет, если что, в таких случаях. Не заплатили. Да. В очередной раз. Козлы. Да, мы рекламируем бренды, а нам не платят. Вообще охренели. Да. В общем, как-то так. Золотая чаша, да. Вот, да. Ну, ты видал там девки как купали, да? Да. Круто. Это уже у Маринки, значит, такая дочка большая. Офигеть. Я помню, она маленькая была. Ну, свою Маринку я вспомнил, короче, другую Маринку. Твою, блядь. Ты нахуй. Ну она. Нет, ну ты что, я, блядь, с ней разговаривать не стал. Я бы ей в рожь плюнул тут при всех. Ну, в общем, хватит на сегодня откровений. Есть у кого что еще сказать? Не нормально. Ну все. Смотрели, как говорится. Да. Увидимся в следующем видео. Всем пока.